Сегодня произошло событие, которого я ждал с замиранием сердца, ждал всей душой, ждал очень давно. <coughs> Сегодня наконец-то выяснилось, кто такой Путин. Об этом рассказал Олег Лешко. Путин ⁇ это горец. Дункан Маклауд. Я сказал, Петр Алексеевич, вы мне нагадуете британского премьера Чемберлена, который в 1939 году после сговора в Мюнхени с Путиным теж повернулся в Британию, зі словами я принес вам... Больше того скажу, он и Первую мировую войну развязал и франко-прусскую, и вообще, и все войны Средневековья на его черной совести. Вот мне интересно, Олег это сказал, оператор это послушал, Олег потом посмотрел на себя. Да, понравилось. Потом кто-то это разместил. Гениально.